октября 2014 года. 5 октября 2014 года. Вышел iPhone 6, он уже в продаже. Он у меня в руках. Я стою за Арианды в городе Ялта. Город Ялта. Полуостров. Сейчас очень популярно селфи. Особенно на... Чтобы оно было сделано iPhone. Делаем. И что мы видим? Селфи, Ялта, Air Крым, улица Коммунаров. То есть iPhone пишет транскрипцию на украинском языке. Да, и он указывает, что это АР Крым, то бишь автономная республика Крым, потому что в Российской Федерации она РК, республика Крым без автономии, то бишь не АР Крым, а РК. То есть Apple надо запрещать. Да, то есть милые патриоты России. Не покупайте iPhone, это не для вас. Они говорят о том, что Крым – это Украина. Поэтому не покупайте iPhone. Да, так как вы всех тех, которые говорят, что Крым – это Украина, ненавидите и прогоняете их отовсюду, рассказываете, что это пятая колонна, там, агенты госдепов США и прочее. Поэтому Apple раз и навсегда запретите, он показывает, запретите, что это санкции к Apple, автономная, да, республика Крым, транскрипция, Крым, название улиц на украинском Крым языке. Ялта, Крым, да, это Украина, как сказал ваш любимый iPhone, уже шестой, видите, тоненький, шестой iPhone.